Всех приветствую, господа. Сегодня у нас понедельник, 25 января. И мы вас всех поздравляем с началом новой рабочей недели. Всем удачи и добра. Вот, значит, едем мы сейчас за заказом. Ну как заказ? Он не заказ пока еще. А едем, возьмем пробную. На пробу наушники, чтобы затестить у клиента, и поедем клиента в другой город, Гороссополь. Вот. Потому что непонятно там у него. Он говорил одно, по факту я выяснил, что у него другое совсем. То есть ошибся, и чтобы не получилось какой-то казусной ситуации, проще взять комплект, приехать, все затестить, чтобы все уже убедиться, что все нормально, чтобы было без возвратов, без обменов, вот, чтобы все с первого раза четко улеглось. Вот, так что сейчас вот как раз едем, вот, и потом сразу оттуда помчимся к клиенту. Завтра у нас потихонечку уходит, так сказать, из жесткой фазы локдауна. Вот открываются школы, по идее, все этого ждут завтра. Какие-то там галереи, музеи. Надеюсь, что завтра еще и они, наверное, снимут ограничения с продажи машин. В прошлом видео говорил по поводу того, что физлицам на физлицо нельзя продавать машины. Оказывается, можно. Кто-то сделал вброс, короче говоря, и ввел в заблуждение очень много людей, тем, в том случае как бы и меня. Вот. Но я узнал у нескольких знакомых, что оказывается это все неправда. И никакого ограничения физлицам не было. Легенькая дезинформация произошла в наших рядах. Вынужден исправить положение и об этом сообщить. Партнеру, скажем так. Так, мы запарковались. Сейчас нам позвоним нашему товарищу. Так что прервусь. Сейчас созвонимся и поедем дальше. Итак, вот такие у нас наушнички для колл-центра. Вот одна пара, еще есть вторая пара. Чуть дешевле они стоят, но выглядят повеселее. Чуть-чуть посмотрим, что. Так что вот сейчас поедем тестировать, что у нас там получится продать в итоге. Те или эти. Погнали к клиенту. Что-то мы немножечко опаздываем, чуть-чуть мы задерживаемся, что-то сердца. Кстати говоря, у нас подтепление пришло у нас после минус 8 днем, 5, что-то там было такое. Вот, и у нас пришло плюс 2, плюс 5. И это не может не радовать, когда тепленько. Ну, по крайней мере, не так, как там минус 20. Это как бы даже я себе уже не представляю такую погоду, минус 20. Стали мы тепличные ребята. Так, а тем временем мы что-то заблудились на развязке. Что-то недопонял я навигатора. Понедельник, день тяжелый. Так, удачно мы развернулись с вами. Вылетаем напрямую. И летим. Покажу вам, что мы там летим. Что-то он так долго проезжает. Полетели.
уже почти приехали, нам осталось 4 километра. Небольшую вам экскурсию проведем. Ну, это типа как город, но он больше как, конечно, как деревушка, что ли. Ну, по нашим меркам это, конечно, деревушка, но в деревушке есть все. Тут и какие-то производства, я знаю, есть. И, в общем, вся инфраструктура есть, поэтому жить вне города не страшно. Вот если вы там думаете, что тут только в городе, это так у нас там в городе жизнь происходит, а здесь тоже происходит жизнь, немножечко она поспокойнее, чуть другая, но она здесь происходит. Но как бы основные, главные дела все равно в столице, как всегда. Ну вот, вот так вот, короче, тут прикольно. Вот тут даже и шпар большой есть. Проблем с магазинами, инфраструктурой вообще никаких нету. И так во в каждом городе. Ну, конечно, есть удаленные деревушки, где там в горах, на холмах. Конечно, там, да, там оттуда надо спускаться. Там в некоторых случаях там и люди 12 километров спускаются. Но у всех машины, в принципе, у большинства людей машины есть все-таки. Какая-никакая, но машина есть. Чтобы там добраться в магазин, какие-нибудь там, не знаю, свои порешать дела. Тут это все несложно. Какие-то вон разные всякие склады, хабы. Так что здесь много всякого такого производства. Склады, железная дорога, подход. Вот, то есть все здесь тип-топ. Приехали в промышленную зону. И тут где-то наш сидит заказчик. Сейчас мы будем его искать. Так, и вот где-то мы уже на месте. Вот тут так склады, а на другую сторону раз, и уже такие виды. Так, топ-дом. Нам где-то здесь. Где-то нам здесь. Судя по всему, нам сюда направо. Так, все-таки мы нашли. Приехали. И сейчас будем зачехлять лицо масками. Снимать там, конечно, ну, не получится, скорее всего. Выйду, все расскажу. Господа, у нас успех, крутяк. Ну, не 5 штучек, но 4 комплекта возьмет. Это значит, мы немножечко подзаработаем. Приятненько, приятненько. Вот. Так что гоним мы сейчас еще к знакомому. Надо к нему завести еще кое-что. Немножечко он там мне подровняет нерв. Есть познание в этой штуке, в этих всех делах. Так что гоним к нему. Мы уже вот и на месте. Так что побежал я. У нас, короче, операция, все закончили, все самое нужное. Операция по спасению гибрида. Сейчас мы тут все развернем. Чик. Чик. Такие у нас проводочки, вон, посерединочки соединил. Плюс на плюс, минус на минус. Так. Аспирация. Ну что, Грэ? Да, нужно уже. Сейчас запустился электродвигатель. Да. И чуть-чуть еще и запустится тут. Ага. А фары выключите все равно. Очень был стрёмный звук такой. Так, все, успех. Успех. Наш человек спасен. Всем привет. Спасибо, Антон. Всем привет. Так, ну, сейчас мы отсоединимся. Вот так вот берете и никогда не замкнете автомобиль. Вот такая вот движуха. Так, сейчас неудобно одной рукой сейчас все сматывать, так что сейчас будем сматываться. Получилось интересненько. Приехал я, что-то у меня вчера заглючил парктроник в машине, типа, он начал пищать, когда заднюю передачу включаешь.
Он пищал. Вот. И что-то я не мог никак его, не понимал, что-то как его это починить. А тут что-то приехал, как бы меня починили, и я починил, и парктроник сам по себе починился. Вот сегодня такой день ремонтов. И меня починили, и я починил. Сегодня всем счастье. Вот. В общем, дальше едем к нашему поставщику. Сейчас завезем ему ненужный комплект. Отдадим, возьмем нужные комплекты. И на днях отправим заказчику нашему дорогому. Вот. Такой вот у нас понедельник. Учимся уже в Любляну обратно. Вот у нас знак обозначает, что стоит радар, камера. Что-то не видно, конечно, камеры, где она есть. Но, она, наверное, стоит на выезде из туннеля. Конечно, много муляжей стоит, которые не фотографируют, но они могут быть как муляжами, так и не муляжами действующими. Это у нас камера. Вот здесь камеры нет, хотя знак стоял. Вот и коробочка вот такая вот стоит, вот серенькая, и она вот фотографирует. Ну, погнали дальше. Вернулись в свои пенаты, едем сейчас, едем. Ну, что-то нашего товарища нету, так что нам придется зайти, подождать на кофеек. И потом дальше еще, наверное, может быть, еще в одно место заедем. А может быть, нет. Ну, сейчас будет видно. Так что пока едем. Встретились с нашим поставщиком. Дал он нам уже вперед товар, наушники. Теперь счет, оплата, и отправим клиенту на этой неделе. По поводу завтрашнего дня. В итоге машины таки продлили запрет на продажу. Печалька такая. Короче, не все они завтра открывают. Вот надеемся все, что завтра хотя бы школы откроют для детей, потому что для взрослых с 1 по 3 класс это, конечно, лютое, короче говоря, испытание. Ну, в общем, как-то так. Едем дальше. А дальше мы едем еще зайдем переговорить и будем ехать домой. До новых встреч!